Друзья, привет! Это вторая серия. Получается, как мы сюда приезжали, катались с Дастером из Киева. Сегодняшний день у нас есть и патриоты, есть и монопривод, есть и делика. Так что сегодня покатаемся и поедем. Так, едет еще один автомобиль. Все, ребята, мы начинаем. С боковым грунтозацепом немножко. Так, едем на второй пониженной, межосевой не блокируем, едем в гору. Давай, пробуй максимально, езжай максимально. Давайте посмотрим, посмотрим. О, ну что-то как-то. Не, мы это первый раз нормально с тобой заехали изначально. Как бы он не стащил. Так, хантеры у нас не стесняются. Давай еще назад, еще назад. Давайте посмотрим, хантер. Как и сказал, это будет вторая серия у нас. Хантер у нас травился. Вот это было круто! Алексей! Но он не там поехал. Я туда не поехал. Вот шевик, просто шевик, стандартный шевик, без самоблоков. Сейчас я попробую заехать. Вот, как вы помните, мы приезжали по этой дороге, ехали прямо. Вот, по этой... Коптер, полный привод. Результат одинаковый. Смотрите, что у меня самоблоки установлены, что шевик приезжал, ну, плюс-минус метр. Ну, а в среднем даже коптер едет так же. На Нивах мотора не хватает, ребята, не хватает. Песок, это прям тяжко, тяжко ему, очень тяжко для машины. По другой траектории попробовал. Но идти тяжело, ребята. Вот склон очень высокий. Ну что, в первой серии победитель Алексей. Рено Дастер 1.6. Мы все доехали. Вот, смотрите. Дальше всех вот метр я проехал. Вот опять, смотрите. Почему? Почему? Объясните, напишите, почему Дастер едет. Почему Нивы не едут. С одной трочки все трогаются, понимаете? Ой, АвтоВАЗ, АвтоВАЗ. Не знаю, что делать. На данный момент... Нивы слабое звено, ребята. В стоке, что белый шевик, что мой. Хоть у меня и прошивка стоит, но, к сожалению, нет. Вот. Так же, как и Нива. Ни больше, ни меньше.
Ну, во-первых, он и тяжелее. Ну и мотор бодрее. Итак, пока мы не стравливались, резину пока мы не стравливаем. То есть, как приехали, ну, в среднем 2 атмосферы, да? Но не едут тачки, не едут. Чего, сын, тяжело подниматься? Нет, не тяжело. Прикольно. Так, смотрим. Переключился зря. А я что-то не знаю, у него автомат, не автомат. Сейчас спросим. Резина у всех, в принципе, стандартная. Ну, плюс-минус, ребята, зацеп. Сегодня солнышка нету. Погодка, знаете, тучки небольшие. Спасибо всем участникам. Ребята, вам большое спасибо, что приезжаете, участвуете. Почему переключается? Делика. Смотрим Делика. Делика тоже пока не хочет ехать. Двигатель, вес. Нет, 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 нет. Вот вам простое упражнение для всех автомобилей. Мощность двигателя, пожалуйста. Есть и у нас и Туарег, и Патриоты с хорошими движками, да? Но, к сожалению, результат почти одинаковый. А Хантер почему заехал? Ну, я думаю, что у него была другая траектория, во-первых. По жесткому заехал, возможно, не знаю пока. Попробуем там. Так, ну смотрите, тот Хантер, который заехал по другой траектории, сейчас едет по этой траектории. Ну, смотрим, смотрим, смотрим. А нет, не тут-то было. Все-таки, где он заехал, была траектория немножко другая. И разгон. Здесь у нас линия, так сказать, которой машина трогается, вот примерно оттуда, одинаковые. Но. Так, разгон хороший. Бах ты! Ребят, что сказать? У вас сила. У вас сила. Травленная резина. Во-первых, у него еще грязевая резина стоит. И заехал. Блин. Круто, круто, круто. Смотрим, Дастер стравился примерно до единицы. Смотрим. Вот, смотрите, сейчас Алексей стравился, и результат тот, который был у нас в первой серии. Все в шоке, ребята. Ни вас и не едут. Видите, на второй понежной пытается тронуться. Ну, такое ощущение, что не хватает мощи. И все, сдыхает. Не хватает двигла. Смотрим результат на стравленной резине. Тоже не хватает, смотрите. Не хватает, хоть и стравленная резина, не едет. Патриот пытался так проехать, но, к сожалению, не заехал. Ух ты, ух ты! Красавчики, красавчики, патриоты! Так, Дастер
Говорят, сейчас я вам покажу, как надо ездить. Видите, у него обороты прям сразу. Сразу пошли обороты. Набирает сразу. Нива так не делает. Ну давай, попробуй, по следу. О, ну вот скорость набрал приличную. Ну давайте посмотрим. В отсечку бьет. И не хватило, ребята, на самой высоте. Патриоту не хватило. Хотя и разгон у него был, но, к сожалению, нет. На автомате поставили вторую, да? Дальше попробуй, вторая. Потому что на, как говорится, на D она у тебя постоянно переключается, и он не хочет ехать. Давай попробуй вон туда заехать. Да, ESP отключи, молодец. Рено Логан. Блин, ну что такое? Ну что за иномарки у нас не едут? Не едет. Почему не едет? Движок позволяет. Все вот эти автоматы переключает. Теряет скорость. Ну и что у тебя? То есть тебе движка хватает, но он закапывается, да? Сейчас получается спорт режим. ESP включено. Включил. Да, интересно. Давай, попробуй. Логан не сдается. Ну что, туарег пошел. Начался дождячок. Вот вам спорт режим. С ESP. На данный момент как-то туарег сегодня слабое звено. Вот, чувствуется, пошел. Все. Он начинает закапываться. Ногу с газа убирает. И на этом все. Ну-ка. О, сейчас, смотрите, зацеп поймает и должен вытянуть, а нет. Хотя вот сейчас передние колеса стали на жесткое, и все равно ему не хватило, закапывается. Отрывом в наборе скорости Рено Логан заехал, ну не знаю, метров 20. Вот, смотрите, откуда берет разгон. Все. Дальше пока не едет. Молодец. Там, где Рено Дастер заезжал, Патриот тоже заехал. Молодец. Так, Патриот пытается по накатанному там, где другой Патриот выезжал. Раздолье для детей. Все красиво. Давайте поедем наверх. Пытаются заехать, но нет, не тянет. А ты там сам можешь? Где? Не, не знаю. Не знаю, у меня прям обороты как взяла и пошла. У меня обороты не набирает. А-а-а. И все, хоть ты что делай. И я прям чувствую, когда у меня эти электроника начинает работать. Да. Прям хруст такой. У тебя изначально набирает скорость, обороты хорошие. Нивы так не делают. Сейчас заедет. Заедет.
Ой, го, смотри, как колесо оторвется. Ребята, вот, смотрите, боком встал. Ну, не так, конечно, но все. Двигатель не заглох. Да, у него у нас в первой серии. Так, да, по поводу того, что в первой серии у нас заглох двигатель, почему не ехало. Мы с Алексеем думали, что так как было полбака бензина, и насос якобы не накачивал бензин в рампу, да? Да, по всей вероятности так. Потому что первый раз мы заехали, потом я не смог заехать. На данный момент у нас полный бак, и все равно мы не едем. Зато у меня 2/3 всего. Да. Смертельный номер. Пытаемся спуститься. Вторую пониженную. Тихо. В принципе, не страшно. Нормально, нормально. Поехали туда выше. Не хватило, повис. Ему скорость нужна больше. Не, не крути. Давай его столкнем. Руки для рук, дороги для рук. Да он сколько? 2,5 тонны, наверное, весит. Или сколько? 2. Не крути, погоди. Сейчас можешь. Тебе нужна скорость побольше. Убирай, куда УАЗик упрется. Сейчас этот УАЗик подъедет, тебя упрется. Оттуда тут и сюда, или отсюда. Ты давай тапок дави, дави тапок. Давайте честно, мы вам делаем видео, вы подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока.